Забавный случай со мной случился. Я был у дерматолога сегодня, а к ней зашла подружка. И они пришли к выводу, что обе жаждут секса. Втроем. Ни с того, ни с сего. Как снег на голову. И они спросили, не знаю ли я кого-то. И я им знаю, но парень стоит 1000 баксов. Я о тебе думаю. Я? Тебе нужны деньги, я закрываю магазин. Но я же не красавчик. А Мик Джаггер красавчик? У тебя есть опыт, почему бы не заработать на этом? А я буду получать небольшой процент. Ты сутенер, тебе нужна кличка. Зови меня Дэн Бонго. Рад знакомству, Дэн. Мне надо провести тест-драйв твоему парню. Только он и я. Вы в этом профи? Ну, в общем... Что-то вроде халтурки? Да, фрилансер. Дала на чай? Угу. Знаешь, официантки собирают чаевые и делят на всех. У нас клиентка крупная рыба. О. Да, репутация. Эй, спасибо, девочки. Высокий? Да. Мне надо с ней попробовать. Я люблю жесть. Иногда люблю даже быть мужчиной. Прицепить инструмент. Он еврей? Еврей? Да-да-да, конечно, да. Значит, вы волшебник, возбуждаете счастье. Можно сказать, и... Он застенчив, так что мне приходится... Разве? Не похоже. Вы же флиртуете. Нет. Да. Всем людям нужно человеческое тепло, нужна любовь, нужна ласка. Мы же договаривались. Секс втроем 2000 баксов. Они очень ранимы. Тебе нужно войти в роль? Они жаждут зрелища. Давайте втроем. Звони Бонго. Дэн Бонго. Она нежная, как плюшевый мишка. Очень хочу тебя видеть. Дэнни делает мне рекламу? Прекрасная актерская игра, признаю. У тебя самого был секс втроем? В 77-м свет вырубило, никто ничего не видел, но такое не забывается.